Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами опять переход в ТАК. Я Елена Ревунова и Марина Тушевская. И сегодня наша тема – анекдот. Мариночка, помнишь, мы с тобой разговаривали по поводу мечтать? А многие люди говорят, что вот, мечты – это все ерунда, это сказки. А на эту тему есть анекдот. Сейчас мы его послушаем, а потом поговорим с тобой. Давай. Одна девочка ходит по берегу моря с очком и вдруг поймала золотую рыбку. И рыбка взмолилась: девочка, отпусти меня, пожалуйста, я исполню 3 твоих желания. Девочка стоит, думает, ну что я хочу? Рыбка, сделай мне большие-большие ушки. А рыбка, зачем тебе ушки? Ну, я буду мух отгонять. Рыбка, ну ладно. Ну, давай второе желание, девочка. Сделай мне хоботок, как у слоника. Рыбка, зачем тебе хоботок? Ну, я яблочки буду брать. Ну, ладно. Ну, давай третье уже желание, да поплыву. Девочка думала, думала, думала. А сделай мне копытца, я буду ими цокать. Рыбка, значит, посмотрела, ну, ладно. Ну, сделала, исполнила 3 желания, значит, девочка стоит ушками, машет, хоботком там болтает, цокает ножками. Рыбка, значит, посмотрела, уплывает, плывет и думает, не, фигня какая-то. Дай-ка я вернусь. Подплывает и такая, девочка там, в то. Скажи, пожалуйста, вот все хотят быть счастливыми, богатыми, красивыми, а ты, говорит, какую-то фигню заказала. А в то, можно было. И вот как раз этот анекдот показывает, что очень много людей не мечтают. Они довольствуются тем, что вокруг них. Если очень внимательно прислушаться и посмотреть, опять-таки это вот по видению того, что люди приходят с чем. Те, кто живут в однокомнатных квартирах, как правило, мечтают о трехкомнатной. Те, кто живут в трехкомнатных, как правило, начинают мечтать про дом. Те, кто уже побывали, пожили в доме, там уже расширяются возможности и все остальное. Дорогие друзья, вы знаете, начинайте мечтать сразу. Вы наверняка смотрите журналы, вы наверняка смотрите фильмы, телевизор или в интернете вы бываете. Там такие раскрываются возможности. Если даже сегодня у вас нет своей мечты, ну, попробуйте представить, что у вас великое изобилие. Кто запретил мечтать? Ваша мечта, если вы сегодня еще в программах, и у вас есть какие-то внутренние страхи, что вас не поймут, осудят или посмеются над вами. Ну, вы же мечтаете у себя внутри. Этого никто не видит, этого никто не слышит. Позвольте себе мечтать. Будет? Ура! Нет? Ну, половина от вашей мечты точно будет. Поэтому мечтайте. И ты, Мариночка, мечтай. Позволь себе все. Вы в какой-то момент захотите строить свои реальности. Вы захотите познать системы. Так начните с малого. Просто начните мечтать. Кто знает, может быть, мир даже даст больше, чем вы можете себе представить. Удачи! Если у вас нет машины, и вы о ней мечтаете, зачем мечтать о Запорожце, да? Да. Мечтайте сразу о Мерседесе. Вы знаете, мечтайте о Феррари. Да. Мечтайте о вертолете, самолете. И о них помечтайте, если у вас сегодня нет машины. Кто знает, как изменится ваша жизнь просто благодаря только этой технике. Благодарю. И тебе, Мариночка, всего доброго.